Почнемо з підтвердження. Вчора ми з вами говорили, що наші безпілотники атакували Смоленську область, і там є завод по ремонту авіації російської. І в нас вже є відео підтвердження, що справді безпілотники летіли і влучали безпосередньо власне в цей завод, який відноситься до комплексу тактичні ракети Росії, корпорація. І от бачимо, є влучання. Про це ми з вами говорили, є підтвердження. А також, пане Романе, влучання безпілотників є біля Сочі, район Адлера, і також начебто там був якийсь вертолітний майданчик, і є також влучання в вертолітний майданчик. Безпілотниками такого рівня та такої дальності з бойовим радіусом сотні кілометрів у нас в основному займається Головне управління розвідки Міністерства оборони, і недавно, кстати, предупреждали о том, що будуть удари по заводам, которые производят ракеты, это правильно, грамотный подход к уничтожать ракеты надо в местах их производства и складирования. Максимум может быть еще носители ракет. Это самолеты на земле и корабли Черноморского флота, подводные лодки, там уже где их перехватят. Это правильный подход, естественно, в действие, плановое действие, которое уже видно, там чуть ли не каждый день у нас работают в таком плановом режиме спецслужбы и Главное управление разведки вот на большую дальность по Смоленским заводам и аэродромам. И в Сочи по аэродромам также идет работа. Первое говорит о том, что у нас производство этих беспилотников как минимум по спецслужбам, оно уже поставлено на поток, и естественно поток поставлено уничтожение военных объектов в России. Ближними беспилотниками дальностью где-то 100-150 километров под прямым управлением занимается служба безопасности Украины, тоже на своей базе, под своим бюджетом. У них также это неплохо получается, мы постоянно слышим, видим в близлежащих к Украине областях постоянно горят либо станции радиолокационной связи, либо аэродромы, либо электроподстанции, которые питают эти военные объекты. Плановая работа, она уже будет до полного разгрома российской армии, то есть до конца войны. Пане Романе, про шахеди ми регулярно говоримо, тому що росіяни запускають велику кількість шахедів. Цієї ночі, правда, менша кількість летіла, 4 збили, але що відомо? Відомо наступне, що вересень став рекордним місяцем по запуску шахедів з боку росіян, тому що вони запустили безпрецедентну кількість – понад 5521 одиницю. Найбільше до цього було в травні 23-го року – 413 одиниць. Вони якось готують нас до того, що взимку будуть нас засипати цими шахедами? Ні, скоріше всього, цей пік використання шахедів, він приходиться на в осенний период, на начало осени, для того, чтобы выбить наш поток зерна. В основном, если посмотрите, движение шахедов идет либо по зерновым терминалам, либо по тем зерновым складам, которые уже используются или будут использоваться. Вот сегодня шло 7 шахедов, 4 мы сбили, вчера была большая волна шахеда. Удары были в том числе, кстати, и по Умани. Как только хасиды выехали, шахеды полетели. И удар был именно по зерновым, по зернохранилищам, пустым или уже наполненным. То есть это, скорее всего, попытка россиян остановить трафик зерна украинского и морем, и уже и сушей в том числе, то есть и те хранилища, которые рядом с железными дорогами, наносятся по ним удары. Я думаю, что сейчас они используют максимальное количество шахедов, потом эстафету шахедов возьмут ракеты, потому что в последнее время ракет мало используется, и они накапливают их, и, скорее всего, удары по энергетическим объектам, по нашим и по инфраструктуре будут наноситься уже ракетами, так как ракету использовать по сараю с зерном, дороговато даже для россиян.
Тому вони використовують іменно большое количество шахедів. От ви, пане Роман, згадали про ракети, що вони їх накопичують. І от є також статистика використання ракет. Це калібр і Х-101, Х-555. Суть в тому, що в вересні місяці є підрахунок, вже росіяни застосували таких потужних 4 атаки, де використовували більше 10 ракет. Загалом, якщо дивитися по місяцях, то за вересень вони запустили 117 ракет по Україні, з яких 92 класу Х. А до того було 130 в серпні 131, і загалом за останні півроку, от вересні, найменше вони запустили. Але бачимо кожного місця орієнтовно біля 100 ракет. Чи ми можемо вважати, що Росія що виготовляє, та і запускає? До сотні ракет, ви праві, до сотні ракет росіяни производять, вони працюють, можна сказати, з колес. То есть столько же примерно и отправляют по нашей территории. И как раз 3-4 волны. Дело в том, что подготовить волну, ракетную волну, можно где-то за неделю-полторы, то есть 7-10 дней. Потому малые волны там за неделю готовятся, а уже более-менее серьезные до полутора, до 10 дней. И вот мы видим эту периодичность, вот с такой периодичностью россияне и дальше продолжит геноцид Украины, геноцид украинского народа, будут пытаться выбить энерго и инфраструктуру. Увеличением только систем зенитно-ракетных комплексов, плотностью ПВО можно прикрыть наше небо, плюс подождать самолеты. Ну, понятно, как только подойдут F-16, будем сбивать эти ракеты над территорией России. Это будет правильнее и экономичнее для нас, в том числе, так как россияне будут в основном свои поля перепахивать в этом смысле.